3 Persian invasions. 3 separate wars. And all these years later, no one has found it. The Tusk of Ganesh. Wow. Spectacular. No wonder the Hoysala capital was ransacked. Their loss is our gain. A thief. You're working for a thief. Everyone's gotta make a living. You were going to sell me out, weren't you? Let's get one thing straight. This is my gig. You want your share? We play by my rules. What's it gonna be? Asav is getting a head start, and we need to hurry. We? All right! I can't let Asav get that tusk. I will incite my civil war. Stamp out the bloodline of the young king. Starting with you. Razor! Let's go get our disc. And some guns. And some guns. Sorry, mate. What took you so long? Had to catch a train, love. Всем привет! Давно не записывал видео. Сегодня будет очередная распаковка. Пришел новый диск для PlayStation 4. Заказывал на Озоне. Вот такая цена сейчас. Кстати, цена сейчас изменилась почему-то. Я успел заказать вот по такой цене. Посмотрите. Диск подорожал. Он стоит сейчас где-то 2300. Не знаю, с чем это связано. Почему он то подешевел, то подорожал. Вот мне удалось купить вот за такую цену. В общем-то, это, как вы уже поняли, Uncharted «Утраченное наследие» или Uncharted The Lost Legacy, кому как угодно. Игра, кстати, идет полностью на русском языке, вот посмотрите, да, на коробочке. Мы сделаем распаковку, но прежде чем к ней перейти, я сначала прочитаю кое-какие вопросы были, расскажу о тех играх, которые сейчас играю. И хотел вот еще рассказать о новом режиме, который для себя открыл на телевизоре 4К. Вот, это режим игра, вот его потестируем, кстати, сегодня, и немножко расскажу про него, каких играх я его включал, и он мне очень понравился. Ну вот, по традиции сейчас прочитаю, тут вот просили меня зачитать, да. Спасибо за распаковку, которую я хотел, я очень рад. Можете мне в следующем ролике передать привет, пожалуйста. Это пишет нам Сарван Гасанов, передаем ему привет, конечно же, и пожелаем удачи. Так, дальше давайте пробежимся. А вот такой был вопрос. Скажите, пожалуйста, сильно ли у вас греется консоль, а то купил и переживаю. До этого тоже была Sonic 4, но обычно и грелась намного меньше. Ну, хочу вас заверить, то есть не переживайте. Плойка 4 Pro вообще абсолютно не греется. Играл вот вчера буквально пару часов в Watch Dogs 2. Игра достаточно требовательная. Плойка абсолютно не греется. И пожарить яичницу к завтраку у вас на ней не получится. Также был такой вопрос. Здравствуйте, есть ли смысл покупать PlayStation 4 Pro, если есть обычная PS4 и нет телевизора 4К? Ну, здесь однозначно, конечно, ответ, что смысла пока нету, а потому что разницы вы вообще никакой не увидите на обычном Full HD телевизоре. То есть, если у вас есть 4К, то, конечно же, стоит покупать. Если нет, то не стоит. Так, ну и вот еще так вот тоже спрашивают. Михаил, привет, тоже большой фанат PS4. Хотел вопрос по поводу телевизора. У меня LG 4K 50 Гц, заметил, что устают глаза, и в игре GTA 5 при повороте геймпада есть размытость. Хотел спросить тебя, сколько Гц, ну, у меня 100 Гц телевизор на ТВ, и как по ощущениям глаза не устают. Глаза сначала уставали, когда была включена подсветка, там что-то больше 12, да, сейчас я сделал до 8, глаза меньше устают. Вот. И по герцам, конечно же, лучше брать телевизор, чем больше, тем лучше. Вот. И в GTA вот лучше включать, ну, конечно, я сейчас еще выше об этом расскажу, режим игра. Он в этом режиме более картинка
сочнее. А теперь во что играю вот сейчас, в последние дни, да? Ну да, продолжаю играть в Dying Light The Following. В общем-то, игровой мир, который хочется исследовать. Вот когда проходил Dying Light оригинальную, по сюжету просто пробежался, дополнительные вообще не играл. Following здесь наоборот, вот прям каждое задание хочется проходить, интересно. А с появлением четырехколесного транспортного средства хочется исследовать огромный, ну, не сказать, что слишком огромный, но достаточно большой мир, карта достаточно большая. Вот, транспортное средство можно усовершенствовать, ремонтировать, заправлять топливом. Особенно весело рассекать на транспортном средстве, давя колесами зомби. Прошел игру Resident Evil 7 Biohazard. В целом игра, конечно, понравилась, но игра как бы не без недостатков. Игру прошел где-то за 11 часов. Вот. По отзывам вот почитал, очень хвалит VR-режим. То есть вот VR бы я, конечно, тоже попробовал бы. Очень страшно, говорят. Очень понравилось, как сделаны первые уровни, вот исследование дома. Дом очень огромный. Много закрытых комнат, которые надо открывать. Не понравился, игра провисает вот именно в тот момент, когда тебя перекидывают на корабль. Вот уровни, где корабль, мне не понравились и показались какие-то просто, чтобы растянуть игру, были придуманы. Resident Evil достаточно медленная игра. Исследуешь каждый уголок, залезаешь и собираешь патроны, эпоксиды. В общем-то, все это можно соединять, используя инвентарь. Ну, Resident Evil, в принципе, через какое-то время, наверное, даже захочется перепройти. То есть игра не такая, что прошел и забыл про нее. Интересно переиграть. И к тому же еще вот разработчики сейчас говорят, что выпустят еще несколько дополнений к ней. Начал играть в игру Чужой Isolation. В общем-то, тоже спрашивали меня, как мнение об игре. Но пока прошел не так уж и много. Но уже кое-какое впечатление могу поделиться впечатлением. В общем-то, играть интересно. Местами страшно. Играю в наушниках в темное время суток. Немного бесили андроиды, которые там бродили и приставали к персонажу, к Рипли. Они еще сделаны так, что их хрен так быстро убьешь, стреляешь в голову, они на тебя идут, красные глаза горят. То есть, начинаешь бить гаечным ключом, они тебя хватают за руку. То есть, когда появляется сам неоморф, да, достаточно эта встреча такая неожиданная, интересная. Передвижение и поведение АИ неоморфа мне показалось немножко примитивным. То есть вот когда переигрываешь, да, он тебя там ловит, даже заряжаешь какой-нибудь шкафчик, он тебя там может заметить, если ты начинаешь громко дышать. То есть там может есть кнопка, которая замедляет дыхание, и вот он бродит именно практически по той же траектории, которая и до этого была, и немножко уже играть не так интересно. Если бы он был более, как бы вот АИ продвинутый, да, было бы намного интереснее. Игра достаточно атмосферная, музыка очень классная, то есть погружаешься в игру. По графике у меня вообще претензий нету, то есть все сделано хорошо. Вчера, кстати, посмотрел фильм «Чужой завет» Ридли Скотта. Увиденным разочарован, ожидал большего, ожидал хотя бы увидеть фильм, который будет хотя бы на уровне Прометея. Прометей в свое время мне, в принципе, понравился. Хотя тоже, конечно, не без недостатков в сценарии. А вот «Чужой завет» намного хуже Прометея, на мой взгляд. Первый час фильма достаточно пролетает быстро. Ну, достаточно все было интересно. А вот после часа, когда они попадают на планету... Кстати, вот на планете красивые пейзажи, конечно, ничего не скажешь. Но вот эти леса, все вот это больше подходит, мне кажется, к хищнику, чем к чужому, миру чужого. Потом, когда появляется, там есть андроид Уолтер, которого играет Майкл Фассбендер, потом появляется Дэвид, они как бы близнецы, да, два андроида. Вот эти сцены мне вообще не понравились, и не буду, конечно, рассказывать, спойлерить, что там было. А концовку вообще предсказуемую, то есть я вот сказал, как будет, и оно так и случилось. Очень предсказуемая концовка фильма. А под конец там появляется на минут 15 экшен,
достаточно качественно снят. Но в целом фильм очень меня разочаровал, конечно. Ожидал, не то что ожидал большего, но вот местами смотрел фильм и думал, что как будто это снимал не Ридли Скотт, а какой-то другой режиссер. Весь сценарий по поводу вот этих людей, цивилизации, которые как бы якобы нас создали, очень все вот это не понравилось, как сделано, реализовано. И кто именно губит эту цивилизацию, тоже не буду спойлерить. Достаточно все как-то глупо смотрится. А, играю сейчас еще в Watch Dogs 2, вот вчера буквально играл. Неплохая игра, неплохие перестрелки, неплохие задания. На одном задании, правда, застрял, там надо за 5 минут распутать клубок, хакерский там вот как бы разминировать. А если не успеешь за 5 минут, то взрываешься. Вот я пока не могу это сделать, смотрел прохождение на ютубе. Там немец, кстати, проходил, за 5 минут он уложился и все это распутал. Как раз хотел сказать про режим на телевизоре «Игра». Вот его вчера включил в Watch Dogs 2, очень понравился, то есть я покажу сегодняшнюю игру на нем, сравню с HDR+. Режим игра очень детализированный, правда немножко вот красных цветов много в Watch Dogs 2, да, красные цвета немножко выглядят очень ярко и немножко устают глаза. А вот по детализации режим игра очень классно смотрится. Режим HDR+, он более мягче, и другая совсем картинка. Вот, например, тот же Last of Us лучше играть в режиме HDR. В режиме игра там детализация, но картинка хуже смотрится. Вот, кстати, GTA 5 играл тоже на режиме игра, тоже классно смотрится. Все цвета, особенно красные цвета, вот они очень реалистично показаны. Еще раз я там прошелся по своим настройкам телевизора, мне скидывали ссылки, какие лучше настройки. Нашел еще одно видео, правда оно на английском языке, и сделал кое-что как там. Вот. Видео везде почему-то советуют ставить на 0 четкость. И когда я делаю, кстати, вот смотрю видео на ютубе, оно становится какой-то мутноватое. Когда делаешь четко, наоборот, на детализированное. То есть мне вот нравится, когда именно четкость больше. Я сделал его на середину ползунок. Ну, теперь перейдем к самой игре, которую сегодня будем распаковывать. Это Uncharted Утраченное наследие. Делал ее одно из подразделений Naughty Dog. Не сами Naughty Dog, да, как Naughty Dog сейчас занимается в Last of Us 2. А делал одно из подразделений этой студии. Вначале планировали они сделать дополнение не очень большим, а в итоге получилось где-то вот по отзывам, люди проходят где-то часов за 8. Но я думаю, буду проходить неспешно, растяну удовольствие до 10 часов, исследуя все локации, все какие-то бонусы, какие-то пасхалки, секретки. Так сама игра выглядит, да? Кстати, здесь уже поддержка тоже PlayStation 4 Pro есть. Требует не менее 50 гигов свободного места. Игра идет как бы без оригинальной игры Uncharted 4 не требуется. То есть игра сама по себе занимает, видимо, много места. Вот так вот выглядит она с обратной стороны, бокс. Чтобы найти древний индийский артефакт и уберечь его от грязных рук солдата, думаю еще лишь о своей выгоде охотницы за сокровищами Хлои Фрейзер. Придется прибегнуть к помощи известной наемницы Надин Росс. Вместе они отправятся в непростое путешествие вглубь индийских гор, посетят давно забытые города и столкнутся с множеством врагов во время поисков легендарного золотого бивня Ганеши. Включает коллективный режим и режим выживания из Uncharted 4 Путь Вора. Но это для сетевой игры. У кого есть PlayStation подписка PlayStation Plus. В общем-то, в игре два главных персонажа, две девушки. Вот такой дуэт. Black and White, черное и белое. Хлоя Фрейзер, которая дебютировала в Uncharted 2 среди воров. Надин Росс, главная антагонистка в Uncharted 4. Южная африканка и владелец частной компании «Береговая линия». Еще одно главное действующее лицо – это антагонист, злодей Асаф. Когда-то он служил правительству, а после стал предводителем повстанческого движения. Асаф обожает древние сокровища и любит искать всякие исторические артефакты. Так, ну что, давайте тогда попробуем это все дело распаковать. В этот раз диск не болтается.
Так, ну что, посмотрим, что у нас внутри. Промокод какой-то здесь уже. Сейчас мы его посмотрим. Создайте учетную запись. Вот такая вот бумажка. И здесь промокод. Но я его показывать не буду. Действует условие «Смотри на обороте». Так, здесь еще какой-то промокод внутри. Офигеть. Как загрузить ваши цифровые материалы? В общем-то, еще один промокод. Вот такая бумажка. И здесь у нас, видите... Так, ну что, первый запуск у нас. Что у нас тут пошло-то? Уже загружается файл обновления. Uncharted 4 в свое время прошел, как бы игра понравилась, даже вот хочу перепройти как-нибудь ее, потому что уже прошел где-то год с того момента, когда я ее проходил. Рекомендовали взять первую, вторую, третью части Uncharted. Ну, я думаю, эти игры все-таки своего времени. Надо было их проходить именно тогда, когда они выходили. Сейчас, мне кажется, смысла нет уже брать. Есть Nathan Drake коллекция, да? Там даже и ремастеры, да, они, по-моему, сделали. Ну, я вот как бы начал с Uncharted 4. Ну, такая надпись появилась. Ваш телевизор поддерживает формат HDR, включить HDR. Да, давайте с HDR попробуем сначала. Сюжет. Новая игра. Обычный. В общем-то, все перекочевало из Uncharted 4, путь вора, боевая система. Добавили сюда открытие замков отмычками, такое маленькое нововведение. А так особо больше, мне кажется, тут ничего не изменилось. Все будет так же, графика такая же, как в Uncharted 4. Загрузка даже похожа. В общем-то, отправляются они в путешествие вглубь индийских западных гат. Хлои и Надин должны научиться работать сообща, чтобы разгадать тайну артефакта, уцелеть под натиском жестоких врагов и предотвратить катастрофу, которая грозит гибелью целому региону. Да, анимация, конечно, классная в игре. Персонажи, папа, как вот, реально смотришь уже фильм какой-то. Он просто пошел сражаться с повстанцами. Не фильм, а анимационный фильм такой вот в духе Спилберга, да, там кто смотрел «Тинтин и единорог», там графика такая классная. Правда? Уже игры приближаются к такому уровню. Ну, сама игра, собственно, управление, как всегда, очень удобное. От третьего лица вообще люблю игры играть на PlayStation 4. Хотя вот уже после Dying Light приучаюсь даже и от первого лица. В общем-то, сейчас потестируем режим HDR+, и режим игра. Графон, конечно, очень классный. Сами видите, да, смотрите. Хотя уровни, конечно, у Naughty Dogs не очень огромные, да, но они очень детализированные. Прям очень проработанные, каждая мелочь. Вот стоишь на рынке, да, и ты чувствуешь, что как будто ты действительно находишься в Индии, на индийском рынке. То есть атмосфера, проработка. Время. Так, вот. Держи, 600 рупий. Сдачи не надо. Подожди. Эй, тебе нужен проводник. Да? И сколько запросишь? Что моя жена подумает? Вот уж точно. Иди сюда, тетя.
Надо попасть на грузовик, пока не уехал. А твой Ганеша? Сколько ты за него хочешь? Не продается. Это плохая идея. Повстанцы, они очень злые. Слушай, мне надо кое-кому помочь. Знаешь что? Когда я вернусь, с меня пицца. Окей? Окей. Все. Черт. Боже. Грузовик пока не уехал. Показал мне одну рубашку. Ой, мама, чем ничего. Попробуем. Просто зона боевого конфликта. Ничего особенного. Okay.
Конджурнендер. О, извините. Что? Пойми правильно. С техникой у тебя порядок. Но Ганешу мне верни. Пожалуйста. Ладно. Молю за старание. А, попробовал два режима, пока даже не могу для себя определить, какой лучше, HDR+, или игра. Игра более детализированный, HDR+, более мягкий, более такой желтоватый цвет. Сейчас вот у меня стоит, ну, кстати, вот иногда, когда включаешь игра, да, режим детализации, маленько глаза устают. Ну, вот вчера, конечно, Watch Dogs 2 включал, там вообще просто картинка шикарнейшая на режиме именно игра. Пока не знаю, куда идти, что-то надо снять обувь, и девочка говорит, так и не понял. Бегать не бегает, только быстро ходит. В общем-то не пойму, куда идти. Мы на рынке, буду проходить. Ну, на этом видео заканчиваю, распаковку сделал, такой вот первый взгляд. В общем-то, я думаю, игра интересная, приключенческая. Кто любит именно такой жанр, исследовать, разгадывать все различные головоломки, искать сокровища. Я люблю, кстати, фильм «Индиана Джонс», и вот как раз игра для тех, кто любит, в том числе, «Индиана Джонс». Ну, на этом видео тогда заканчиваю. Пишите комментарии, не забываем ставить лайки. Больше лайков, больше желания снимать новые видео. Пишите свои вопросы, интересные, потом зачитаю в следующем видео. Всем пока, всем желаю интересных игр. Сейчас у нас, кстати, вот такая погода, на улице достаточно пасмурная, дождливая, и как раз вот и после работы прийти поиграть в интересную игру, само оно располагает. К выходным вот обещают до 20 тепла, там уже можно съездить на природу уже. Вот то как раз спрашивал, почему нет видео про Эдган, как раз хотим съездить на природу, и тогда запишу какие-то видео на природе. Всем пока, всем удачи!